А у меня сегодня день рождения. Я так рыбки хочу, а вы не смогли их поймать, да? Я не знала. Мы тоже очень кушать хотим. Смотрите, какая супер яхта! Сейчас мы точно наловим рыбки и накормим котят. Они не сдаются и опять едут за рыбкой. Они даже не знают, что их ждет. Как здесь красиво! Жду вас в море. Что это происходит? А давай поздравим котенка, поставим лайк и подпишись на наш новый канал «Балеришка Фэмили». Люблю тебя! Вау, какой крутой пляж! Ух ты! Девочки, я же вам обещал, тут все будет хорошо! Добро пожаловать на наши рыболовные яхты, они самые безопасные! Ух ты, смотрите! Проходите ко мне, я на супер крутой яхте с зонтиком. У нас там будут коктейли и всякое прочее. Это класс. Плывите, плывите, жду вас в море. Мы удочки взяли даже все с собой, сейчас будем ловить рыбу. Ну все, котят накормим, отдохнем на яхте классно. Ну блин, Валди, ты молодец. Есть, я довольна. Привезем котятам много рыбы. Ребята, смотрите, как круто. Я мечтала о такой яхте давно. Валди, ты исправился, ты нам сделал супер отдых. Да мне под зонтиком места не досталось вообще. Доставай удочки. О, что это? Чего? Валди. А это все нормально. Валди. Сейчас мы переплывем просто через серое место. Валди. Какое серое? Это не серое. Какое серое место, Валди? Что происходит? Вау, что это было? Что? Это была молния. Нет, Валди, что? Ты же обещал! Все сейчас будет нормально, но на самом деле мне еще хуже. Ты как обещал, ничего не сбылось. Потому что я чихнул сильно, у меня руку-ногу оторвало. Балди, ничего себе. Да, смотрите. Мне так жалко тебя, прости, пожалуйста, я была эгоисткой. Почешите мне лысину, а то у меня руки нету. О боже мой, что с тобой случилось? А второй нельзя, нет? Так, нам надо срочно спасаться. Я вторую линейку держу. Я набрала листики и дрова. Давайте хотя бы костер распалим. Какие листики и дрова? Ну как, вон девочка, смотри. Вау, у нее какой-то пистолет был для зажигания. Девочка с этим, с огнетушителем или с фаером с каким-то. Балди, ты прости, что мы тебя так поругали. Балди, с тобой тебе... все нормально? Балди, намного хуже, все нормально, я на одной ноге прыгаю, как зайчик. О боже мой, какой ужас. Балди, прости нас, так. Пожалуйста. Ну ты прав. Ну только медленнее в два раза. Ну согласись, ты привез нас опять на остров. Я так надеялась, что мы приедем на этой яхте, покупаемся в море, наловим рыбок и поедем котят кормить. Балди, беги! Куда? Балди, беги! Он за тобой! Нога! Кто это? Подожди, у меня только рука расти начала. Все, тебе уже не поможет. Это какой-то... кто это? Вон, в сером, в коричневом. Мама, беги быстро! Он какой-то весь кучерявый и такой, у него... он за мной бежит! Мама, быстрее, быстрее! В другую сторону бегите! Текайте скорее! Текайте, я в лес! Все на лодку! Все на яхте спрятались! Фу, мама, ты... Ура! Балди, ура, ты возродился еще! Да, у меня нога выросла! Фух, ну слава богу! Я теперь могу сам почесаться! Да, ничего себе! Но кто это был? Вторая ночь наступила! Что-то я уже боюсь! Я не знаю, кто это был, но, по-моему, надо выбираться с этого острова. Мне кажется, твой котик всю нашу ту рыбу схавал. Котик! Подождите, у нас появились какие-то кучерявые вот эти штуки. Ёжики. Предлагаю их не есть. Мне кажется, они ядовитые. Как это? Я уже два съел. Балди, ну почему же ты весь на такой обжора? Прячься, Балди, не стой там. Подождите, он не ядовитый. Нет. Это не кислотный, это обычный дождь. Да, но костер он нам сейчас затушит. Сейчас затушит нам тут все. Ребята, у кого-нибудь зонтик есть? Я буду сардельки жарить, историю рассказывать. О, девочки, зонтик оказался. А это, кстати, та девочка, которая нам огонь зажгла. Он же сгорит! Доставайте его! Молния! Что? В меня молния попала? Мама, ты счастливая! Из 10 игроков это меня попала? Это я, между нами, молния. Капец, ну вот это я счастливчик. Мама, а что это? Не знаю, мама, написано. Беги, надо бежать быстро. У тебя энергия тратится, куда ты лезешь? Не ходи туда вообще. Наоборот, бегите за мной. Наоборот, надо туда ехать. Это луч какой-то непростой. Смотрите, нам нужно было сбежать сюда. Это инопланетяне приземлились. О нет. Мы же в океане. Стойте, вы видите на берегу? Это он. Ребята, мы... Что это? Что он делает? А можно с крабиком поиграть? Ребята. Балди, вы видели, что у него в руках?
Меч? Это деревянный меч. Он мы сам в океане! Акулы! Акулы! Да ладно, нам только акул не хватает. Бросаемся! Я с акулами дружу. А ага, я нет. Конечно, дружу. Да меня слопало. Да что за акулы пошли нынче? Голодные. Валерий, твоя давай осень, прыгай. И меня слопало. А я упрыгала. Попробуй прыгнуть. Ой-ой-ой, быстрее. Да, быстро, быстро. Акула! Нет, ай. Акуля. А Валерий тоже слопала акула. А всех тут слопала акула. Так, ну мы, смотри, давай его схватим. Надень на него круг. Смотри, девочка. Ура, мы его схватили. Мы его победили. Ты чего на нас нападал? Ты вообще кто? Он что, живет тут один на острове? Да, какой-то лохматый. А почему круг без уточки? Не знаю, не то, что без уточки, но он кажется каким-то безобидным. Мальчик его вон кормит. Ага, безобидным. Он сейчас достанет меч и зарубит тебя. Мне кажется, с ним что-то случилось на этом острове. Давайте у него спросим. Отпустите меня, я вам еще пригожусь. Нам нужно найти правду. Мне кажется, что-то случилось. Возможно, он тут тоже застрял на этом острове. Балди, а ты не заметил, что все теперь туалет ищут? Вместо тебя все, как за тобой, все ищут туалет. Так я же уже умер, кому еще туалеты искать, конечно. Все уже в кустике ходят. О, смотри, что с нашей лодкой случилось. Нет, ракушку перекосило. Мама, не надо! Колья! Шипы? Откуда они взялись? На этом острове не было шипов. Мама, что? Я нашла какой-то тайный проход. Это как, помните, капканы? Вау, вы видели? Беги туда! Да, мама, быстро вниз! Что это? Это пещера. О, мама, Колья, тоже... Колья, мама! Побеги на выход быстрее, что ты смотришь на них. Вообще-то я думала как-то их оббежать, но они походу повсюду. Да короче. Так они стреляют. Стойте, это не просто пещера. Смотрите, мне что-то нарисовано. А ну, посмотри вниз. Это, наверное, это не просто фотография. Валерия, а ну, ногу убери, ты на фотографии стоишь. Стойте, это что, его родители? Похоже. Кажется, это его родители. Смотрите, детская игрушка. Он, наверное, тоже жил на этом острове. Либо они погибли, его родители, и он один здесь остался. А мне кажется, погибли на корабле крушения. Да, скорее всего. А он смог доплыть. Так, может быть, он на самом деле защищался просто, действительно? Может, он не хотел? А почему он тогда нас обижал? Не знаю. Но, честно говоря, нам нужно срочно построить плод. И нам написали найти листья. А ну, вот эту пальму. Есть, я взяла пальму. Нам нужно найти пальму, найти обычный листик и найти кусочек дерева. Дерево, нам, да. Нам, смотри, что-то плавает там. Где? Ракушка. А, вон, смотрите, какое-то дерево. Бревно. Наши удочки все потерялись. А ну-ка, это бревно надо взять? Да. Есть. Ну что, сейчас выберемся с острова. Надеюсь. Так, мы сейчас построим с вами плод. Вау, о, какой красивый. Прыгаем, ребята, прыгаем. Ушел. И отправляемся. Втроем остались. Да, давайте пока. А кто вам будет там коктейли раздавать? Меня же не уже знаю, нет. Не знаю, давай. Нубик, раздавать будешь? Стойте, что-то происходит. Подождите. А что мы не можем запрыгнуть, кстати? Написано, возьмете ли вы на этом острове с собой вот этого человека, мальчика, который нас убил. На плот его взять? Да. Давайте ЕС нажмем. Да. Давайте. Берите. Мне жалко его, если честно. Он у всех там поест. Давайте, да. Ну, я надеюсь, что он будет, ну, без этого, не, без меча. Не нас, вот так. Давайте все-таки заберем его, посмотрим. Мальчик, бери удочки и пошли. А так. Помнишь акулы? Так, смотрите, так. А мы садимся на плот. Вот, мы его забрали. И его вместе с кругом. Правильно, чтобы он не шевелился, никакого беды не наделал вам. Поехали. Мальчик. Короче. Котик, здорово. Мальчик, ты же не будешь ничего нам делать? Котик, так, сделай свой сигнал специальный, чтобы он ничего не сделал плохого. Вроде... Если у мальчика без уточки круг, значит, это плохой мальчик. Ну, давай посмотрим. Поехали. Все-таки, мне кажется, мы сделали правильно. Валерий, как не ты думаешь? Не знаю, наверное, да, правильно. Мы спасли. Либо его. Он нас тут слопает. Стоп, а если мы его спасли, то он и нас должен спасти. Ага. Либо слопать нас, когда проголодается. Акула! Оу, акула! На! Он поймал, он спас акулу. Нас. Он защитил нас от акулы. Слушай, а как ты с круга выбрался? Не знаю. Спасибо, он нам писал спасибо. Ничего знаешь, себе, я ошибался. Представляешь, он хороший. А что если бы мы нажали no? Нет. Как вы думаете, давайте если нажмем no. Если мы нажали no. И не возьмем его с собой на кораблик на наш. Так он же там погибнет. Но мы посмотрим концовку хотя бы, как заканчивать, если мы не возьмем с собой мальчика. Даже ему еды не оставили. Так что, он же чем-то питался на острове до нас? Он сейчас будет круг свой грызть там. Вон он говорит, прощайте,
Давай, дружище, посмотрим, что будет, если мы тебя не возьмем с собой. Мне без вас скучно. Я был за тебя, я хотел тебя взять, если бы я был жив. Он, да, конечно. Он сказал, мне без вас скучно там. Акула! Вот, а защитить нас некому. О, три скелетона теперь, это мы, короче, лежим. Это мы, и он рядышком. Чур, я левый. Солнышки, напоминаю вам, что наш новый канал называется Валеришка Фэмили. Ждем тебя там, переходи по ссылочке в описании, подписывайся. Как только там наберется 5000 подписчиков, выйдет новая серия. Да. Не забывайте, солнышки, вы у нас самые лучшие. Мы их очень любим. Встречаемся в следующей серии. Или на... Nothing really matters if you're not mine right here, right now.